Как? Для этого народа, да, соответствует действительности. Для них, для желтых, для них это хорошая книга. Хотя мы можем познакомиться, но у нас совсем другие принципы. Для них это хорошая книга. Но мы можем познакомиться с культурой того народа. Почему бы нет? Но у нас по-другому. Что? Многие женщины не гадают. Это же как-то... Нужно квалифицированно это делать. Сейчас многие гадают, они слышали звон, да не знают, где он. И обычно они не соблюдают технику безопасности, и их легко очень ввести в заблуждение, особенно женщин. То есть это нужно обращаться к профессионалам. И то, если эта гадалка ошибется в чем-либо, то потом она будет вкладывать свою энергию для того, чтобы это осуществилось. Даже это, если это позитивная какая-то информация, то все равно она будет искажать судьбу. И поэтому не стоит обращаться к чужим. Нужно самому этому обучиться, всему этому, соблюдать технику безопасности и просматривать прошлое и будущее свое. Нужно самой быть ведьмой, но не обращаться к другим.